Всем привет! С вами, как всегда, Разоблачатель 3000, и это третья и завершающая часть разоблачения Кирби. Ведь он уже настрадался сполна из-за моих видео, ведь от него отписалось почти 1 000 000 подписчиков. И это успех. Ну что, переходим к сути. Если вы смотрели две мои прошлые части, то вы, наверное, уже в курсе, что Кирби — это брат Эвридея, ну или то, что он иллюминат. На самом деле версий и теорий про этого обманщика много, но я докопался до истины. С чего все началось? Кирби, Эвридей, Ти-Блэк, Тенис и другие были защитниками вселенной, они оберегали нас от всех угроз этого жесткого мира, но они облажались. Эвридей на одной из миссий залажал, союз развалился, все они попали на землю и перестали общаться. Кроме Эвридея и Кирби, они начали самую настоящую войну между собой. Кто из них все-таки обосрунькался тогда, и кто в этом всем виноват? Кирби пытается выставить Эвридея ложком, чтобы тот убрался с земли и не допустить уничтожения земли. Эвридей же в свою очередь не хочет уходить с этого прекрасного места. Вот они и срутся уже на протяжении 1000 лет, а мы просто за этим наблюдаем. И что же будет дальше? Никто не знает, кроме меня. На самом деле это ваш любимый Кирби обосрунькался на миссии. Он выпустил бога кликбейта из пещеры, и тот вселился в Эвридея. Сначала никто ничего не понял, пока Эвридей не начал творить херню. Все пытается остановить его, но тщетно. Кирбай же пытается это все замазать, делая видео для того, чтобы все забыли тот провал. Ну а нам остается только наблюдать за тем, как отношения между братьями становятся все хуже и хуже.